Сегодня мы расскажем вам про дом-музей Третьяков. В 18 столетии купец Елисей Мартынович Третьяков переедет в Москву из Малоярославца для начала своего дела. Его сын Михаил приобретет в Галутвинском переулке дом, где появятся на свет знаменитые братья Павел и Сергей Третьяковы. Купцы, меценаты и создатели Третьяковской галереи. Дела Третьяковых постоянно шли в гору, и в 19 столетии значительная часть современного района Якиманка принадлежала им. Здесь был их жилой дом, их производство, склады и даже небольшой принадлежавший братьям рынок. Более 50 лет братья собирали коллекцию живописи, ценных картин и икон, и затем в конце 19 века безвозмездно передали ее городу, создав таким образом Третьяковскую галерею. А дом, где родились и прожили несколько лет своей жизни Павел и Сергей, ждала непростая судьба. Здесь были общежития, его забрасывали, он разрушался. А в наши дни дом передан под покровительство Третьяковской галереи. Сейчас здесь идут реставрационные работы, и уже в скором времени откроется дом-музей Третьяковых.